Hola, mi amigo, сегодня с вами Вакот и Писюн бомж... Ладно, ладно, это Рипер. Ну что ж, мы... Смысл, ты чё? Да. И вот мы начинаем, продолжаем начинать. Вот. Так вот, в принципе, мы закончили на этом же месте, поэтому комментарии, которые вы написали под предыдущим выпуском, не имеют значения, потому что мы, типа, их еще не прочитали, потому что я даже еще не замонтировал предыдущую серию, но, типа, вам это не важно. Так что в любом случае будет где-то в комментарии, когда Space Engineers. Так вот, суть в чем. Мы пытались долго, ждали, распривачивали, поставили еще дополнительных компьютеров везде, да побольше. Но, так как у нас остался лишь один контейнер, мы все же решили, давайте посмотрим, что же в этом контейнере. Ух ты, тут даже такие прикольные. Ну что ж, давайте посмотрим, собственно. Я не знаю, что там, Reaper не знает, но мы так подумали, что какой смысл вести огромный корабль к Минотавру, если тут окажется, что тут какие-то писюны бомжа в контейнере. Ведь где он этот контейнер, твою мать? Так, ну сейчас через капа, через инвентарь смотреть надо, да? Так, large cargo container. Сейчас, только если увидишь, не говори, хочу сам увидеть. Не говори. Блин, как можно зайти хоть куда-нибудь зайти? Так, давайте через эту штуку зайдем. Так. Только... О, подожди, слушай, ты как раз говорил в прошлой серии, что нам нужны новые инструменты. Вот им инструменты 1057... 1 миллион уран. 1570 урана. Ого. Это четко. Уран мы забираем, патроны можно забирать. Ну, не, даже не патроны, а... ракет. Это... Да херена. Ну, ракеты это не важно. Самое главное, что у нас есть новые, типа, инструменты. У тебя там грузовики катаются по кругу или что? Или машины какие-то? Нет, никаких звуков, ничего, реально, я не понимаю, о чем-то, реально, сейчас ничего не шевелилось, ничего не делалось. А я все слышу. Так, я... Может, какие-то помехи? Слушай, я не могу забрать за собой. Ух ты, еще тут еще 100 золота есть, 100 килограмм лежит в коннекторе. Если бы это золото было нужно, но его нам и так дофига. Ладно, тогда, я думаю, нам, в принципе, тащить эту бандуру туда не нужно, забираем то, что нам нужно, и улетаем. Как я такой расклад? Кстати, насчет улетаем. Я не знаю, куда нам лететь. Кстати, я тоже. Да по-любому машина там у тебя завтра сзади ездит. Я ее слышу. Ух ты, я могу смотреть на свой... Сзади, путь. Прям за спиной стоит, мотор такой работает. Сейчас не происходит вообще, сейчас реально тишина полная. У меня вот лично. Ну ладно, хрен с тобой. Так, где кон... Вот он. Нашел. Забираю... хорошую болгарку, оставляю вам плохую, забираю хорошую паялку, оставляю вам плохую, забираю хороший автомат, оставляю вам писюна бомжа. Уран. Я весь уран смог забрать, круто. Так, баллоны с воздухом, тоже полезная штука. Где ты там залез? Ну и можно бурилку взять хорошую, вот она, хорошая бурилка, оставляю вам плохую. Вот, теперь... Я... Можешь, кстати, побольше взять с собой, типа, на будущее, кстати. Я застрял. Ты как Винни-Пух. Да. Только Винни-Пух не такой толстый. Твои шуточки. Так. Только у нас проблема. Кстати, тут был второй контейнер еще. Еще два... То есть два контейнера есть? Не, все... тут был еще второй, видишь, место под него осталось. Слушай, я просто не знаю, как бы мне тебя... Как мы полетим вдвоем на этом? Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Ну, пауза. Как, кто-нибудь, кто-нибудь. А пока что пауза. Ну, вот так, мне кажется, будет очень уютно. Рипер, тебе понравится, 100%. Иди сюда. Да, я тебе уже понравится. Представляю. Тут видок у тебя будет просто великолепный. Дай угадаю, ты прилетел на орку-сидушку? Да. Ты предсказуем. Ну, о, да, вот сейчас, если бы был тут атмосфера, это было бы очень классно, когда в рожу дует как ветерок. Так, ну что, можем потом полетать. Так, включаем наше, прям окружаем барахло. Are you ready to leave this shit? Блин, yes. Только я не знаю, как куда там, собственно, лететь. Это а прикинь, на этом и закончится история с Минотавром, потому что мы потеряли просто. Потеряли Минотавра, кстати, будет грустно. На самом деле, что-то мне даже... Подожди, у меня вроде там оставался где-то метка. А, нет, подожди, метка была на станции. Блин, дерьмо. Дерьмо бомжа. Не, ну, в принципе, мы можем умереть, но тогда мы потеряем орку. И тогда потеряем ресурсы. Слушай, тогда как будем... Как делаем? Тогда, может, ты умираешь, например,
и взлетаешь на своем корабле, ставишь на своем корабле на антенне большую, типа, будешь ретранслятором, и летишь... Подожди, поставь только сначала тут метку. Да. Так, сначала я тебе сброшу все ресурсы, которые у меня валяются, для начала. У тебя в орке есть место где-нибудь? Да, вот контейнер, смотри, вот карго-контейнер. Где? На крыле. Ага. Так, сбрасываю свое самое драгоценное. Угу. Только запомни место, сделай себе точку. И сюда. Сейчас сделаем все. Милитари транспорт, 5 километров, слушай. Хочу посмотреть, подожди. Вообще пока к нему слетаем. А, меня забыл. Только точку сделаю сейчас на текущей позиции. Да. Сделал? Все, готово. У нас все равно патронов нет, ты понимаешь? Ну, хоть посмотрим. Слушай, сколько у нас там щитов, говоришь? Ты меня таранил, мною таранить собрался, пока я на крыле сижу. Интересно, тебя убьет или нет? Давай проверим. Да не должно. Тебе все равно нужно умереть. Вот это я не подписывался на быть манекеном для краш-тестов, знаешь, именно на крыле сидеть. Кстати, там такой же трейдер. Ты в курсе? Там сбоку только что такой же трейдер заспаунился, как и тот, что мы сейчас захватили. Я уже, пожалуй, наелся этими трейдерами. Так, тут тяжелая броня. Так что тебе понравится. Ого, какой он страшный. Мать твою. Аллилуйя. Нет, не надо. Аллилуйя. Ой-ой-ой-ой. Я жив, слушай. Писька-сосиска. Вокруг меня щит. Ого, зря ты отлетел. Прощай, орка, я на корабле лечу, все еще меня убьют. Минус 2 корабля за серию. Ух! А, подожди, у нас 2 серии было, так что нормально. Ну, в итоге орки больше нет. Я его восстанавливать, наверное, уже не буду. Ну, не знаю, ребятки, напишите Кстати, в комментариях. Я жил дольше, чем ты. Да. Ну, это было грустно. Значит, щитов мало. Но хорошо, что мы хоть успели отбуксировать обломки того говна. Ну как, а не говна, а интрудера. Блин, вот, конечно, красавчики, знаешь. Блин, а в орке ж был весь уран, инструменты и прочее. А теперь искать обломки орки или уже забьем давай на это? Да забьем уже, главное повеселились. Тут, кстати, ну что, короче, что мы имеем в итоге, короче? Это мой корабль, который так никуда не взлетел. Смотрите, я ж не показывал, как мы... Буханочки. Смотрите, раздавило. Но я думаю, мы ее починим потом за кадром или не знаю, как-нибудь решим. Так что у нас пока что только один корабль остался. Фух. И то не опробованы ни разу. И то не опробованы, да. Ну так вот мы все потеряли за 2 серии. Парам-парам-пам. 7 минут серии прошло, что делать дальше, неизвестно. Слушай, а ну открой, типа, Джей, нажми, просто хочешь посмотреть, как оно выглядит. Быстренько. О боже, какой-то смешной там. Ладно. Да. Самое главное, походу... теперь. Щиты, походу, кстати, работают. Блин, прикольно. Ну, хоть... Но этого грызки они не очень нужны. На самом деле уже. Смотри, задняя часть полностью осталась невредима. То есть нам, в принципе, ремонт... Так я же за нос зажала. Переднюю часть только переделать. Ну, а так, в принципе, не так уж и плохо все. Так, я думаю, можно, наверное, сейчас поставить паузу и все это быстренько доделать. Ну ладно, быстренько, мы с тобой сейчас будем развлекаться здесь минут 10. А, будет 10, подожди. Хороших полчаса. Ладно, наверное, ребятки, тогда давайте пауза и... Да, Китюнечка замяукала, я услышал. Да. Ладно, ребятки, всем удачи, я дива, ладно, шучу, нет. Пауза, а, господа. Уже конец серии, я понял. Пауза. Длинная, страшная пауза, но пауза. Так, ребятки, спустя где-то, сколько, 1.5 часа? Да, мы с тобой мучились. Где-то 1.5. Ну, 1.5 мы вроде починили. И, кстати, мы открыли интересную способность этого чудесного аппарата, и кажется, он даже пролазит в ангар. Если это будет правда, я буду плакать. Короче, у тебя буханка, которая пролазит в ангар. Так, даже что? Мой истребитель не способен. Боже, а вы мне там рассказывали, что фу, он некрасивый, некрасивый. Смотрите, просто великолепно. Так, как с дебилами разговариваю. Знаешь, типа, Нет, даже не так. С иностранцами, знаешь, типа, когда типа, думаешь, что иностранцы ничего не понимают, то что типа медленно и громко. По слогам, типа, так сказать. А ну, сюда в бок, типа, сейчас скажу, Катя будет магнитик, поднимайся чуть-чуть вверх. Только пушка, смотри, не ткнись. Стой. Все. Перфект, господа. Вот это идеально. Выключаем корабль. Включишь корабль. Все, подключил.
Ну что, ой, так. Подожди. Все, идеально, идеально. Теперь у нас есть корабль. Зачем мы парковались? Мы же должны были дальше куда-то лететь, не? Я же просто забыл, что мы тогда давно это делали, что я уже даже не помню, что мы собирались делать еще до паузы. То есть, это так. Давай теперь, может, на твой корабль разобьем. А что мы только мои корабли разбиваем? А куда ж тебя там присобачим-то? У меня сидушки нет. Тебе придется за мной на буханке вылетать. А некому. Которому только что зря запарковали. Ну да, только что зря ее парковали. Так. Ладно, ребятки, мы опять-таки поставим паузу. Эти паузы, походу. Ладно, неважно. Поставим... Вся серия из пауз. Вся серия из пауз, да. Мы сейчас, наверное, подождем, может, какого-то выродка. Или слышишь, может, давай вар прыгнем? А давай прыгнем. Может, даже вблизь планеты прыгнуть. Да. Только главное, в гравитационный колодец планеты не упасть, не на Минотавре, не грохнуться потом на нее. Да он может летать. Это Дора летает. Угу. А зачем эти соски снизу, которые тебе так не нравятся? Понял, он меня упрекает думал, то, что... Так и... То, что, блин, соски я снизу. Знаешь, я-то думал, что ты просто мсье, который знает толк извращения, поэтому их там построил. Оказывается, они для дела. Да. Ну ладно. Вот так вот и живем, господа. От боли к боли. Сейчас я полечу на твоем корабле. Ты хочешь болгаркой в пузо? Так. Да поможет нам Господь ничего не сломать. Ты, кстати, к планете прыгать собирался? Ну, я же разворачиваю. Я думал, ты типа уже прыгать собрался, а ты на самом деле просто трогаешься с места. Уже с такими молитвами. Где там эта планета? Кстати, мы же на той планете были. А там вроде какая-то песчаная, вон есть еще рядом с ней. Видишь, вон там вся такая, какая-то она оранжевенькая. Ну давай, на той мы вроде еще с тобой не были. Так, настрой пока джамп на максимально. А как ты думаешь, сколько до нее? Максимально? По-любому нам максимально не хватит, походу. Все готово. Так, подожди. Так. Are you ready for the good time? Все. Я сейчас только фото выхожу. Ну лол. Лететь тебе пешком. Так, надеюсь, мой корабль не останется тут? Надейся. Чуй. Сейчас опа, и этот корабль просрали, короче. Сейчас узнаем. Не, моя бы на месте. Смотри, не долетели, даже походу половину не прилетели. Да-да-так. Так, трейдинг аутпост. Аутпост мы уже, походу, даже тобой воровали. Это не я даже его лично воровал вообще физически просто. Да. Утащил. Утащил как батя. Так, ну ладно, опять-таки пауза, потому что ждем, господа. Во-первых, нам нужно перезарядить джамп-драйв, во-вторых, просто никого нет. Пока что пауза. Так, камрады, мы нашли какое-то говно, и сейчас у нас есть идея, почему-то, слушай, у нас на Минотавре перегрузка. Наверное, джамп-драйвы заряжаются, поэтому... А, да, точняк. Слушай, я вообще думаю поставить... Я же скачал мод на мощные реакторы, типа X25. Можно... Которые у меня стоят на кораблях всех. Да, наверное, сейчас мы их и поставим. Так, у нас тут... Слушай, а можно попробовать поставить для создания патроны для Берта, если что-то, типа... Так, хорошо. А как он называется тогда точно, ты мне расскажи. Б, там... Ладно, сейчас сам поставлю. ББ, Биг Берта, Шелл. Да. Все. Слушай, 3 километра, сейчас будет весело. Сейчас будет... Не, он сейчас придет, Магний. Не хочет приходить. Ох, что-то мы слишком... Не могу, он как-то типа не в ту сторону двигается. Он, по-моему, не стреляет. Он по нам атакует, слышишь? Вообще охренеть. Слушай, включай пушки, может, не? Сколько у нас щитов сейчас глянет быстренько? Я загляну. Вообще нужно это все сделать на экран.
Значит так, у нас... у нас 1 миллион счета. Я не думаю, что мы после этого выстрела потеряли всего 1% этого, из этого 1 миллиона. У нас 999 тысяч, короче. Забей. Просто слушай, вторая. Забей, не забей, ты мне скажи, где этот. Включи что? Пушки. Пушки, короче, 300-миллиметровые. Пушки? Все. Понял. Запускаю. 300-миллиметровые все включены. Все, отлично. Сейчас, блин, это щиты, блин, не дают нам разогнаться. Ай, точнее не щиты, а джамп-драйвы. Ну, попасай пока на паузу туда, эту байду. Да нет, догоним. Ну, пострадаем за дверь. А, я не могу даже камеру включить, потому что перегрузка, блин. Лол. Лол. Сколько у нас там джамп-драйвы заряжаются еще? Джамп-драйвы заряжены на сколько? Сейчас скажу точно. На целых... Короче, 2 минуты и полная зарядка будет у нас. Да шакал мне в анус, что ж ты будешь делать? Нет, лети вверх. Нет, говорю, лети вверх. Боже, какой он неуправляемый. У нас сбоку двиглов не хватает. Вот шакалья история. Может, он просто уворачивается от нас, слышишь? Такое ощущение, что он не прямолинейно летит. Мне кажется, он прямо летит. Просто мы как-то петляем, мы как-то к нему попасть. Ты включил пушки? Стоящий Мишель почти. Да, включил. Все 300-миллиметровые. Так, сейчас узнаем. На 700 метров. Ну да. Да. Работает, господа, работает. Могу 900 миллиметров включить, чтобы по голове ему дало. Почему они не стреляют? Наверное, боеприпасы кончились. Да, а, радиус. А, да. Я еще затормозить не могу. А, писюн! Он улетает от меня! Ну ты смотри на него! Долбаные реакторы! Сколько там еще этих реакторов? То есть не реакторы, а джампы. Ну ты же учти, для этих реакторов, когда спят, нужно особое топливо нужно будет делать. Ну будем делать. А мне уран. А что там? А там типа уран с платиной или с чем-то еще сплавляешь, типа получаешь такие не частицы, а панельки такие, как их называют, забыл уже. Как батарейки такие. Ну сделаем, ладно. Так, все, приближаемся. Ну все, сладенькая кисонька, кто-то сейчас умрет. И это буду даже не я, наверное. Сейчас у нас щиты кончают зарезки, мы получаем прям в кокпит кораблем. Все. Что, стреляешь? Он стреляет, как мило. А почему наши пушки промахиваются? Пушки все мажут, кстати. Все, они от инерции не рассчитывают, вернее, они не могут рассчитать его траекторию. Всё. О, ого, ого, ого. Как нам плохо достало резко. Умри. А давай 900 миллиметров включим еще, а? А у нас нету снарядов 200 миллиметровых. Кстати, надо бы уже в каком-то веке их включить, потому что у нас их столько, что... Слушай, не хочешь поуправлять? Давай, садись. Кем, Минотавром, что ли? Да, давай, садись, Минотавр, я сейчас попробую камерой поуправлять. Надо что-то поснимать все-таки. Да? Давай. Тогда. Пока попробую более красивые. Сейчас я на таран возьму, он пока вроде останавливается даже. Ну, его проблемы. Нет, он не очень устанавливается, он просто по инерции. Да, они... У него снижается, кстати, сейчас со мной. Он же, походу, совсем не рабочий. Ух, ну, что-то у меня... Что-то у меня FPS-ик просел. Блин, какой Минотавр неуправляемый, я не могу установиться. Ага, добро пожаловать в мой мир. Нужно по-любому новый реактор. Новый реактор мешает. Слушай, нужно реакторы ставить, это раз. Сейчас я все равно выровняюсь. Во-первых, нужны реакторы новые. Так капец, ты издеваешься, что ли? Тут вот так колбасит.
Ох, я тебя сейчас поймаю на таран. Ох, я тебя поймаю на таран. Ох, ты получишь, говна. Ох, ну ты просто его... Видел бы ты это. Я видел, прям с кокпита это видел. Просто в пыль. Это было классно. В пыль. А тут у меня именно такой хороший еще угол обзора, я же типа камеры летаю. Вообще. А пушки, кстати, промахиваются крайне-крайне сильно. Зато я не промахиваюсь, когда на таран иду. Ну все, я думаю, смысл уже дальше. Да, его уже трогать нет смысла, он уже все кусочек говна. Там отлетел кто-то. Так, мы корабли не потеряли, все остальные? Ну, сейчас посмотрим. Буханка на месте. А почему до сих пор у нас... Что за ракета была? Подожди, по нам у нас до сих пор щиты работают. Что-то не то. Что-то не то. По нам только что кто-то выстрелил просто. Кто? Не вижу, откуда. Ракета прилетела какая-то. Может, это внутри типа остался? Может, он внутрь типа сквозь корабль зашел? Да нет, вроде все нормально. Ладно, неважно. Главное, что Минотавр сделал. Надо бы его... Слышь, давай его модернизируем, получше сделаем. Во-первых, зарядим пушки, это раз. Это уже модернизация называется, пушки. Да, добавим новые реакторы. Вот эти крутые. Модовые, их там пару штук хватит. Даже два, это уже будет хватит, чтобы целый город обеспечить толкотем. Ну, давай сделаем хотя бы один. Нам одного реактора хватит. Там же у нас уже и обычные реакторы есть. Мы ж не можем... Обычно можно даже снести. Да зачем? Нет, пусть будет на всякий случай, потому что у нас уран-то всегда есть, а уран с платиной, блин, фиг найдешь. Поэтому, типа, пусть будет. Вот, плюс можем добавить парочку новых кают, все дела, там построить какие-то прикольные эти. Кстати, я знаешь, я, наверное, я тебе скажу, наверное, Минотавриком будешь управлять ты теперь. Ну, большая часть. Что такое? Потому что, ну, я буду как оператор, скорее. Даже так. Ребят, капитан, кстати, напишите, как вам? Капитан остается капитаном. Просто ты рулевой. Ну, теперь я управляю, да? Да. Повышение. Так вот, так что, ребятки, пишите в комментариях, как вам такая идея, что типа новым рулевым у нас будет Рипер. Мне кажется, идея отличная. Кстати, капитан, мы готовы к прыжку. Ну что ж, тогда отправляйся, дружище, прыгай. Я сижу. Все, сейчас мы начинаем прыжок. Я тебе заодно вижу, как оно выглядит, когда камера остается здесь. Так. Пшпу. Что? Ну, еще один прыжок, думаю. Подожди. А, все нормально. Я уже испугался. Просто такое ощущение, что остались эти. Ну что ж, тогда я возвращаюсь в свое тело. Так, ну что ж. Давайте пока что попробуем. Да, слушай, мне так удобнее, когда ты рулевой. Серьезно, так. Я как бы везде рулевой. Биг Берта, нам нужен порошок магния. Слушай, может попробуем хоть немножко покопать астероиды? Как тебе такая идея? А вот ближайшие у нас где находится? Буквально позади нас. Кстати, слушай, может сделаем... Я, наверное, знаешь, что сделаю? Я сделаю следующую серию. Будет постройка маленького бурового кораблика, ну типа из больших блоков, который мы сможем крепить к днищу будем его крепить, потому что тебе там не нравится днище, что оно такое прям фу-фу-фу. И фишка в чем, что там будет... Отделяемый модуль? Да, мы отделяем модуль, и у него будут лазерные буры, понял? Сразу пару штук. И он будет копать все, что мы захотим. Атмосферным делать будем его? Ну, я не знаю. Но его нужно сделать небольшим, чтобы он не особо много жрал ресурсов. И при этом хорошенько сюда можно было его прикрепить снизу. Где, мне кажется... места много, мне кажется, хватит. Да, можно прикрепить что угодно. И сможем накопать достаточно большое количество нужных нам ресурсов. Вот так вот. Так что идея, мне кажется, отличная. Вот. Кстати, давай знаешь, как сделаем? Давай ты тоже сделай. Давай сделаем параллельно. Будет такой маленький батл. Ты сделаешь свой, я сделаю свой. И зрители, а именно вы, господа, решите, чей же кораблик четче. Идея хорошая, как тебе? Ну да, мне, в принципе, нравится. Все? Давно ничего не творил. Тогда договорились. Ну, и, в принципе, на этом будем заканчивать серию, потому что серия уже примерно 25-30 минут. И мне кажется, этого достаточно. Да, она получилась довольно... Хотя почему? Вроде бы довольно много всего произошло, тебе не кажется? И уничтожили прям целый корабль пушками. Ну, да, так неплохо. И, в принципе, просрали все корабли. И успели построить...
Ну, на самом деле, фишка в чем? Потому что мы немного уже с Рипером устали. Мы, понимаете, почти полтора или два часа тут уже, скажем так, занимаемся... Не-не, больше. То есть прелюдиями. Прелюдиями. Ну да, мы еще после первой серии, так еще корабль чинили. Так что много чего случилось за это время, и мы немножко устали. Но это не проблема, потому что уже через пару дней появится новая серия. Почему через пару дней? Потому что нам все еще нужно попробовать построить новый корабль. А вы же понимаете, это дело не за 15 минут делается. Так что, я очень рад, что вы смотрели. Ух ты, тут, слушай, такой, типа, с коленкой подогнутый, типа, крутой чувак стоишь, типа, мол, да, детка, иди сюда, я тебя отымею. Ладно, неважно. Так вот, ну что ж, на этом, в принципе, с вами был Вакот и Рипер. Спасибо вам, что смотрели. Если не сложно, поставьте лайкосичек и напишите комментарий, это помогает нашему каналу, и все будет четко. Ну что ж, на этом с вами был Вакот, Рипер. Всем удачи, ребята, и адиос! Ну ты задолбал, ну скажи что-то. Ты всегда должен говорить всем пока. Давай еще раз. Всем пока. Та-дам. Нормально.